кажуть, що націоналісти і патріоти кажуть, що ті, які прийшли на суд Постраненко, це проплачені з США, Сорос. Мосійчук каже, що це Сорос замовив акцію і забирає вуличні протести у правого руху. Забирають тільки у тих, хто не може витримати. Якщо їм є що сказати, і якщо є що людям дати і вести за собою людей, то ніхто нічого не забере. Я вам про те кажу, що нарешті вийшли люди на вулицю, чого всі чекали, і тут же всім це не сподобалось. Розумієте? Ну, по-перше, не всі. Ти мене слышиш, ти моє мнение слышиш. Люди там защищали не стерненько. Люди там защищали каждого человека, каждого гражданина, который имеет право, имеет определенные свои права, невинность, который имеет право защиты законом этой страны. И если вот это назвать ножом, это неправильно. СБУ изначально ушел, никакого холодного оружия там нет, никакого убийства там нет. И в свою очередь ему дают 115, и в свою очередь его выпускают за лазу. Это все спектакль, но мы все равно должны держаться правды и истины, понимаешь? Его... И приходишь не Стерненко поддерживать, я знаю. А истину, истину. А то, что между собой там ссорятся эти патриоты, не могут найти у кого ярче медалька, это их проблема. Пока они будут разбираться, у кого ярче медалька, их всех убьют и посадят. Вибачте, хіба ви так само не робите? Ви розбираєтесь, у кого, як ви кажете, хто кращий, Шахтарськ чи Азов? Може, треба хоча б на добровольчі батальйони не казати там критику всяку? Бо це шкодить нам усім разом. Ні, це не вредить нам всім. Це показує істок всього. Пока мы не увидим причину, мы будем болтыхаться. Во всем важна причина. Пока люди не поймут, что такие люди, как Коломойский и Аваков, не патриоты, и они создавали батальоны добровольческие не для того, чтобы спасать Украину, понимаешь? А для того, чтобы убрать агрессивно настроенную массу с Майдана. Их оттуда убрали, дали им ржавое оружие, кепки за 3 копейки и послали их воевать в Катуре. Это было уже несколько раз до Украины. И это повторяется. Добровольцами просто заткнули дырки, ими просто пожертвовали. А потом их добили в котлах, а потом их добили в СИЗО. Понимаете? И это надо знать. А что касается Азова, тоже надо знать. Кто они и откуда они, с чьих рук они жрут. Для того, чтобы построить дом, надо поставить фундамент твердый, а не строить на песке. А вы пытаетесь строить идеологию на песке. Азов, нас, дружина, это все песок. Там нет ничего личного, нет стержня, нет мнения. Это точно как пиво. Сначала он был патриотом в правом секторе, потом он был социалистом, а теперь где он? А теперь он ОПЗЖ. А вчера он уже сделал новую банду ОПГ, молодежи, которая будет разгонять всех этих недовольных. Понимаете? А почему? А дозвольте запитання, воно таке загальне, можете не відповідати. Після того, що вас взяли в полон, чи вважаєте ви, що потрібно йти на фронт, захищати батьківщину ціною власного життя і здоров'я? Після того, що зробили з вами, ви як вважаєте? Ну, якщо... Моє мнение ніхто не поміняє. Пусть мене тут мучають, пусть мене тут дуже травлять. Я вийду і буду продовжувати захищати свою землю. Любов к родині. К своей земле и к своему народу ничего не может очернить. Ничего. Для меня. Я люблю Украину и люблю ее народ. И защищал и будут защищать. Пусть они меня тут терзают по беспределу. Но я останусь верен торнадо. Я останусь верен народу. И народ вам. Да. Кто кричал?
народ в свою очередь, тот, который имеет разум, глаза и ум, он все видит, все слышит и все понимает. Скажіть, таке питання теж. Ви, наскільки я знаю, ну, ви розумієте українську мову, чому б, ну, не знаю, чому б вам, ви, в принципі, вільно володієте українською мовою, чому б ви не перейшли б на українську мову? Принципіально, тому що я вважаю, що немає смисла всієї цієї гуманізації, немає смисла міняти вулиці, названня, немає смисла ламати пам'ятники. Нет смысла под что-то подстраиваться. Все это наша история. Мы это пережили, наши деды пережили, наши братья пережили. Все это должно остаться. Если вы строите новые улицы, можете называть как вам угодно. Если вы строите новые площадя, называйте как угодно. Ставите памятники любые. Кто забудет историю, тот повторит. Поэтому все это. Да, может не надо, чтобы Ленин стоял на центральной площади, но его надо снять и аккуратно перенести в какой-то парк на периферии. Для того, чтобы люди помнили, что это есть наша история, мы это пережили. И мы заплатили за это кровью и своим потом, и своей жизнью. Поэтому не надо ломать, рушить. Это какая глупость, знаешь, как озлобленная, непонятно на кого. В свою очередь, мы все отлично понимаем, что часть русской культуры есть в нашей жизни. И часть русского языка есть в нашей жизни. В чем я виновен? В том, что меня за руку привел мой отец в школу, в Донецк, там, где уделяли 2 часа в неделю украинскому языку. Ну смотри, мы его все равно... Кто виновен? Мой отец? Хто виновен? Я? Моя мать? Я кажу про сьогодення, а не про минуле. Поэтому я не хочу одевати на себе ніякі рубашки вишивати, не починати говорити на українській мові для того, щоб стати більш українським. Я і так українець, і я це доказав і мовою, і словами одевати. А кому не приятен мой русский язык? Ну, ему может не нравиться и планета Земля, но он здесь живет, пока это угодно Богу. А еще один момент. Я хочу, чтобы меня лучше слышали мои земляки. Меня лучше слышали россияне. Они, когда слышат украинскую мову, пропаганда сделала свое дело. И они не воспринимают. А я хочу, чтобы они слышали меня. Потому что часть того, что я говорю для них. Потому что у них там полная раса. И чтобы они знали истину, которая происходит здесь, я должен говорить на том языке, который им ближе. Так тут дилема, а українці Західної України погано розуміють, що ви кажете російською. А вони не повинні мене розуміти, українці Західної України. А вони ж воюють, з Ужгорода приїжджають і воюють за ваш Донець. Українці Західної України, якщо вони мене не розуміють, пусть вони посмотрят на мої діла. І я взагалі нічого не повинен говорити. Мої діла скажуть все. А що касається українського і русского язика, повірь мені, на войне нам не мешало это воевать. Не мешало. Не переживай. И наоборот, помогало. И все друг друга понимали, и по рациям общались, и все друг друга понимали. Поэтому все что-то надуманное, это все глупость. Это такие люди, как вот, понимаешь, Крюкова Светлана, да? Вот она была недавно на одном шоу и говорит, надо забыть лозунги «Армия, мова, вера». Да вы что, с ума посходите? А что может лучше лозунга быть? «Армия, мова, вера». Что может быть лучше лозунга этого? А ты что, не знаешь? Поржать, посрать. Там. А, колбаса, порыгать. Сало, чеснок. Да лучше этих слов придумать нельзя. «Армия». Мова, вера. То, что вам не нравится Порошенко, так не надо
Если вам не нравится Порошенко, а он ездит на Майбахе, значит Майбах плохая машина. Ну нельзя такими мерками мерить. А самое главное, этой Крюковой Светлане задали вопрос. А вы считаете, а что за лозунги должны быть? Она говорит, ну более духовные, более душевные, более... Ну скажите, какие? И она сказать ничего не смогла. Вот это говнометы, которые говорят А, а Б сказать не могут. Понимаешь? И в свою очередь очень обидно, что этих людей с утра до ночи крутят по телевидению. И эти люди мочатся на головы народу Украины. Что у тебя еще за вопросы, Серега? Треба подумати.